Представляю вашему вниманию пакеты акций, которые вы можете приобрести в фонде Skyway Capital. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и посчитаем, какую прибыль они вам принесут. Пакет «Бизнес» принесет его обладателю 540 тысяч акций, что равняется 540 тысячам долларов. Или в перерасчете на российские рубли это является более 40 миллионов. Условия получения бизнес-пакета. Вам необходимо инвестировать 1800 долларов. Скажете, много? Столько нет? Не беда. Фонд позаботился о вас. Вы можете приобрести данный пакет в рассрочку, инвестировав ежемесячно на протяжении 9 месяцев по 200 долларов. Эта сумма сравнима с путешествием на море на 10 дней. И у вас сейчас есть выбор: съездить на море на 10 дней или инвестировать в компанию. И подождав чуть больше года, купить дом на берегу моря. Следующий пакет стабильный. Включает в себя 220 тысяч акций или 220 тысяч долларов, что равняется 16 миллионов 500 тысячам рублей. Чтобы заполучить столь желанный пакет, вам достаточно ежемесячно в течение 10 месяцев инвестировать по 100 долларов. Проведу аналогию. За эту сумму вы можете купить себе новенький iPhone и наслаждаться им, а через полтора года он превратится в клан. Лучше купить новенькую квартиру, не так ли? Пакет Senior идеально подойдет для студентов. Сумма ежемесячных зачислений составляет 50 долларов в течение 6 месяцев, и вы станете обладателем инвестиционного портфеля, включающего в себя 65 тысяч акций. Это равняется 65 тысяч долларов, или 4 миллиона 875 тысяч рублей. Сможете получить образование высшее и еще на новенькое авто хватит. И закрывает рейтинг пакет «Старт», включающий в себя 32 500 акций, что равняется, как вы уже знаете, 32 500 долларов, или 2 437 000 рублей. Вы сможете рассчитаться с долгами и закрыть ипотеку. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону, подобного шанса больше вам не представится. Здравствуйте, друзья! Как всегда, проверим сперва звук. Как меня слышно? Жду от вас обратной связи. Спасибо, 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 спасибо. Ну что, удивительно, не удивительно, но сегодня 29 февраля. Такой особенный день. С одной стороны, это заканчивается наш короткий месяц, но он оказался длиннее, чем всегда, и сегодня день особенный, можете еще воспользоваться, сегодня можно делать все то, что обычно не делается, или делается как-то по-другому, то есть сегодня все действия только с позитивным результатом окончательным. Поэтому, если говорить о нашем проекте, то у нас еще есть много часов времени, чтобы красиво, с успешным и позитивным настроением закрыть этот месяц. Давайте пройдемся по пунктам. Много опять новостей, много хороших новостей. Нужно подвести немножко итоги этого месяца. Ну, скажу так, сегодня еще все в рабочем режиме, поэтому окончательно итоги не подводим сегодня, а на следующей встрече. Завтра еще встреча региональных лидеров. Поэтому, может, они будут владеть более свежей информацией. Но сегодня не будем спешить вперед, будем говорить о всем том, что мы планировали на этот месяц и как плавно, с хорошим настроением и с хорошими задачами перейти на следующий месяц. Вот наши такие пару актуальные рабочие вопросы сегодня. Долго не будем задерживаться. Также я извиняюсь за голос, немножко приболела, поэтому идем и работаем, пока есть возможность. Февраль месяц. У нас был огромнейший план. 300 тысяч долларов сделать за месяц. Как я говорю, итоги будем подводить завтра. Мы сегодня еще работаем. Сегодня все у нас еще в процессе. Но у меня есть хорошая новость. То, что мы знаем, что мы очень-очень приближаемся. Быстро приближаемся к этой цели. Поэтому давайте сегодня вечером сделать еще какой-то сюрприз себе, компании, общей команде и завтра ожидать прекрасные результаты, чтобы могли действительно порадовать сами себя, всю компанию
и сказать, что мы очень большие молодцы, потому что действительно наша цель очень близка. Очень близка, не хватает совсем немного-немного. Знаете, иногда, когда идут конкурсы, показывают живое голосование, и когда чуть-чуть не хватает, и видим, что вот пару голосов не хватает, то мы быстренько беремся и за голосование и поддерживаем определенную позицию. Сегодня мы в такой же ситуации здесь у нас, в наших февральских планах, что нам не хватает вот несколько долларов для того, чтобы достичь нашу поставленную задачу. Я очень рада за то, что мы так приблизились к этой задаче, что мы практически с нею справились. Завтра подведем итоги и в следующие дни. И давайте сделаем некоторое предложение. Вот сейчас просто в чате, если мы знаем, что мы почти достигли эту задачу, ваши предложения, какой план ставим себе на март месяц? Сделайте предложение в чате. Ирина поспешила первая, Ирина не успела подключиться, я как-то поспешила, да? Ирина, спасибо тебе за хорошее предложение. Олег 1000 написал. Ну, наверное, добавим еще несколько нулей, да? Тогда поймем, что это за 1000, а то смотрится как 1000 долларов, так что чуть-чуть мало. Я понимаю, что, наверное, план выше. Да, действительно, может быть, неплохо думать о том, что весна – это время, когда люди становятся более активными. Это всегда то время, когда улучшаются показатели во всех бизнесах и во всех направлениях. Мы не исключение. Мы тоже поняли, что после января и короткого февраля сейчас наступает весна, всем становится более хорошо на душе. Хочется двигаться, хочется встречаться, хочется быть активными и хочется иметь хорошие результаты. Почему бы нет? Я действительно рекомендую, можем ставить задачу, но поймите, задача – это наша общая. Мы ее делим на всех, поэтому если принять решение, что в марте у нас общая задача 500 тысяч долларов, давайте теперь каждый себе, не для меня в чате, не для других, а каждый себе. Напишите свой план на март месяц. При этом не забудьте, что сегодня 29 февраля. Это особенный день. Это день, который может вам дать, привести вас к сюрпризу. Действительно дать возможность достигнуть какие-то особенные достижения. Поэтому сделайте вот сейчас, именно в этот момент, вы приблизительно, наверное, каждый знает, что вы успели сделать за февраль, сделайте свой план на март месяц. И в целом это будет составлять наш общий план. Пока вы пишете свой план на март, я, наверное, пару таких серьезных слов скажу или начну с того, что хотелось бы извиниться от имени компании перед вами, как всеми нашими инвесторами, и перед вами, как нашими партнерами, потому что у нас два таких за короткое время, две такие ситуации, в которых, скажем так, мы вас информировали, дезинформировали, не до конца объяснили, и для некоторых это даже, ну, каким-то образом появилось как неприятные ситуации. То есть хочу извиниться за то, что мы меняли даты по поводу поездки в Минск. И еще раз объявить правильные, точные даты, потому что у некоторых на почтах сохранились старые письма. Вы можете зайти на предыдущие письма и вернуться опять к этой некорректной информации. То есть еще раз общее уточнение. Мы все встречаемся в Минске 23 и 24 апреля. Кто-то уже встречается 22-го, потому что все приезжаем заранее и тоже можем уже делать какие-то совместные планы. Но два особенных дня в компании – это 23-24 апреля. Надеюсь, что всем понятно, и все, извиняемся перед теми, у кого были уже билеты или какие-то другие уже смены, планы и так далее. Это одна ситуация. И вторая ситуация, что по
определенным причинам. У нас несколько дней были ситуации в кабинете, и пропали программы, многие расстроились, то есть где-то мы иногда улыбались, потому что посчитали, что все деревья выкуплены и посажены уже, кто-то очень разволновался, что не успел свое дерево приобрести. Но в результате могу всех обрадовать, сегодня особенные программы с деревьями возвращаются в кабинет, и мы готовимся к поездке, готовимся к весне, готовимся к тому, что мы все будем прикладывать свои руки для того, чтобы наш экотехнопарк был зеленым, красивым, цветущим в следующем году уже. Поэтому, друзья, все у нас сегодня еще впереди, мы успеем еще даже сегодня приобрести свои специальные выбранные пакеты с деревьями, с фруктовыми деревьями или особенными, эксклюзивными деревьями. То есть смотрите сегодня объявлений и будем действовать. Так, хочу вернуться к конкурсу. Помните, февраль месяц, у нас месяц конкурса. Сегодня мы не можем еще подвести итоги, так как у нас конкурс продолжается до конца сегодняшней даты. Но у нас есть определенная статистика. Есть люди, которые старались, которым даже не надо было стараться, уже это получилось. Прикладывали усилия, участвовали в конкурсе и таким образом увеличивали объем своих структур и увеличивали объем привлеченных денег и также свои личные доходы. С чем я вас и поздравляю. Особенные какие-то поощрения и особенных, как говорится, активных партнеров будем выделять еще в следующий раз. Но сегодня хочу обратить ваше внимание, вот видите на экране есть пару цифр для вас непонятных, 116К, это 116 консультантов и 22 лидера. Я хочу сегодня обратить внимание именно на две эти позиции. Это столько новых партнеров, достигла какой-то определенный уровень. То есть у нас появилось 116 новых консультантов, которые в течение этого месяца достигли именно этот уровень. Я вас поздравляю и хочу сказать, что это хорошее достижение, и оно очень важное достижение, потому что этим человек попробовал себя, доказал сам себе, доказал своей команде, что он хочет двигаться в нашем маркетинг-плане. И этим мы видим, что у нас теперь есть очень серьезная задача лидерам команд, очень важная задача этих людей поддерживать и им помочь быстрее достигнуть следующий уровень. Это имеется в виду уровень лидера. И также у нас 22 новых лидера. Прекрасно. Завтра еще у нас специальная встреча для лидеров регионов. И я думаю, что команда лидеров регионов будет просто радоваться к тому, что в наши общие команды приливаются сильные люди, которые стремительно идут и показывают, что они готовы активно участвовать в нашей команде, в общей команде. И каждый, кто достиг лидера, он сделал для себя большую победу. Потому что вы попали немножко в другой, уже в другую структуру маркетинга. Вы достигли позицию, через которую вас действительно рассматривают уже как серьезного партнера в компании. Вы можете делать свои планы, и компания может рассчитывать на вас. И это та позиция, когда очень заметно начинается развитие серьезной группы конкретных людей, конкретного лидера, и начинается развитие в том месте, где этот лидер развивается. То есть или это ваш конкретный город, или целый регион, или, может быть, даже целая страна. То есть это сильные люди, это приток сильных, новых сильных людей в нашу команду. И это нас всех очень радует. Поэтому я поздравляю всех, кто за короткий месяц, февраль, это еще данные без сегодняшнего дня, то есть за 28 дней вы смогли поменять свой статус по нашему маркетинг-плану. 116 консультантов и 22 лидера. И все, кто в общей команде и руководят командами, где эти новые люди,
И я вам просто рекомендую, работайте в паре, работайте в тандеме, работайте в группах, поддерживайте друг друга, расставьте сейчас за первые дни нового месяца, расставьте себе план, что необходимо сделать для того, чтобы достичь следующий уровень, или для того, чтобы пойти дальше и за какой-то определенный период действительно выйти на следующий уровень. Поэтому что у нас конкурс, он именно для этого и обозначен, что он дает дополнительные бонусы, дополнительные условия, это дополнительная мотивация, чтобы быстрее двигаться вперед. И начиная с позиции лидер, у нас есть некоторые преимущества в маркетинг-плане. Поэтому всем рекомендую расти до следующей позиции лидер. А лидеры, конечно, двигаются дальше. Если говорить про конкурс, то видите, у нас следующий пункт – это экстра бонус плюс конкурс. Действительно, мы сохраняем условия конкурса и в следующий месяц, в марте. И в марте этот конкурс будет развиваться немножко по-другому. Мы даем вам дополнительные инструменты, которые вас будут двигать быстрее вперед, дать вам дополнительные еще условия и, значит, и доходы, и ваше развитие. Поэтому будем смотреть сегодня экстра бонус, экстра возможности вместе с конкурсом. То есть условия конкурса, быстренько могу повторить, они остаются, основа конкурса остается такой же. 5 личных продаж, текущих продаж в месяц. То есть те, которые в прошлом месяце уже достигли 5 продаж в месяц на первой линии, на своей личной первой линии, я вас поздравляю, вы уже в конкурсе в марте месяце. 5 продаж дают дополнительно 1% к ежемесячному доходу. К этим конкретным доходам за конкретные 5 продаж. Да? То есть вместо 15% вы получаете 16%. Тем, кто достигли 10 продаж и больше, дополнительно 2%. То есть в целом 17% за лично привлеченные 10 продаж. И те, кто сделали 20 и больше продаж, получают 18%, то есть дополнительных 3%. За лично сделанные продажи. Кому удалось и кому чуть-чуть не хватило, пересчитайте. То есть вы можете сейчас быстро за март месяц перепрыгнуть на следующий уровень уже, скажем так, от 16% к 17% или дальше, от 17% к 18%. А те, которые имеют уже 18%, вам все равно будет интересно участвовать в экстра-бонусе, который у нас вступает в силу с 1 марта, то есть с завтрашнего дня. Я не могу вам обещать, что завтра вы это увидите у себя в личном кабинете. Если не успеем, то извините. Если успеем, все будет отражаться в кабинете, но условия уже будут действовать с 1 марта. Для того, чтобы успешно работать в конкурсе, я напоминаю об одном основном правиле, который нельзя забывать и нужно всегда новым людям, новым инвесторам, новым партнерам напоминать. При регистрации новых людей у нас новый клиент получает 100 акций. И запомните условие, что эти акции даются на 30 дней регистрации. С того дня, когда зарегистрирован новый клиент, у него 30 дней на размышлении на первую покупку. Если в течение 30 дней делается первая инвестиция, то эти акции добавляются к этому портфелю и в целом оформляется вся необходимая документация и 100 подарочных акций зачисляется новому клиенту. Если в течение 30 дней новый клиент не решился на первую инвестицию, 100 подарочных акций сгорает. Поэтому люди, которые привлекают новых, пожалуйста, проследите, не дайте прогореть 100 подарочным акциям. Как вы знаете, это серьезный подарок и хорошие возможности. Так, теперь хочу вас проинформировать уже про экстра-бонус и про новые пакеты, которые у нас появляются в кабинете. Переключаю материал
И за это время я хочу сделать вам еще раз напоминание. Я просмотрела сегодняшнюю регистрацию партнеров. Партнеры, будьте добры, регистрируясь вместе со своим именем, добавьте свой город, свою страну. Сегодня смотрю, столько людей зарегистрировалось только одним именем. Притом имена у нас повторяются, и как-то сложно понять, какая у нас сегодня география. Мы все из одного города или все-таки со всех разных мест мира. Нам, я думаю, самим интересно общаться, когда мы видим, что проект Skyway, он мировой проект. Он живет в разных городах, в разных странах, из него болеет очень много разных людей. Если мы, регистрируясь, будем прикладывать свои имена, нам всем будет приятнее, интереснее. Вот. Почему у нас столько конкурсов и столько задач? Потому что у нас есть одна главная основная задача. Это до конца этого года запустить две основные линии, то есть городскую и грузовую. Мы никогда не имеем права забывать про свой экотехнопарк, он уже наш. Если мы партнеры, инвесторы, значит, это наш парк и наша ответственность. Поэтому мы каждый месяц думаем о том, чтобы парку жилось хорошо и чтобы он мог развиваться. Для этого мы делаем все необходимое, предлагаем вам хорошие условия. Остаются у нас силы любыми программы. Я думаю, что эти четыре программы, мы уже за это время уже с ними, как говорится, сработались, освоили их, и у каждого, наверное, есть своя любимая программа, поэтому здесь много задерживаться не будем. Просто напоминаю, все эти четыре программы, которые работают по принципу рассрочки, остаются в силе, и мы с ними работаем весь март месяц, продолжаем работать. Притом будут дополнительные еще к ним некоторые условия, с которыми мы сейчас будем знакомиться. Но кроме новых программ, у нас начинается время, когда мы готовимся уже к следующим мероприятиям, поэтому есть дополнительные условия. И тут напоминание всем, кто были инвесторами в 2015 году. В конце 2015 года были особенные предложения, которые начались 25 ноября. И у вас была возможность приобрести подарочные пакеты. Напоминаю, дискаунт был от 600 до 300, смотря в какой период и какие программы вы успели купить. Здесь очень важный момент тем инвесторам, которые имеют эти программы в рассрочку. Многие из вас уже успели эти программы выкупить. То есть вы получили в свой резервированный портфель акций, что очень прекрасно, с очень хорошим дисконтом. И у вас появляется новая возможность, и у всех, кто закрывает эти программы, то есть смотрите свои возможности в марте. В марте у нас продолжается эта возможность, закрывая свои праздничные рассрочки заранее, вы сохраняете себе тот же дискаунт, напоминаю, от 600 до 300, смотря в какой момент вы покупали. Очень многие из нас приобретали программы за 600, 550, 500 дискаунтом, да? Откройте свои кабинеты, посмотрите. У вас остается возможность продлить, или я бы сказала, восстановить такую же программу с таким же дискаунтом, но у вас есть новая возможность выбрать сумму инвестирований. То есть у вас была программа на 10 месяцев с прекрасным дискаунтом. Сегодня вы можете закрыть эту программу заранее при последней проплате, то есть когда вы делаете 10-й платеж в своем графике рассрочек и проплачиваете это заранее, у вас открывается новое окно, кнопка, на которую нажимаю, вы выбираете свой новый пакет. Еще раз делаю акцент. Закрывая рассрочку раньше времени, можно открыть новую. Используя тот же дискаунт, который у вас был, то есть дискаунт сохраняется, сумму инвестирований вы можете изменить. Условно, не знали, как вам планировать свое время, свои платежи, вы выбрали программу на 25, сегодня видите, что вы успешно развиваетесь, у вас есть возможность выбрать программу, например, на $100 каждый месяц, то есть у вас новая рассрочка. Это касается всех инвесторов, которые инвестировали в конце 2015 года на специальном предложении. Да, для новых это не актуально, для новых мы сейчас смотрим новый. Поэтому все, переключаем свое внимание на то, что мы идем к новым пакетам.
наш прекрасный пакет юбилейный. Всем он нравился. Многие приобретали, не один такой пакет. Все хвастаются тем, что имеют такой прекрасный подарок, как монету. Еще раз напоминание всем, кто живет подальше и кто еще не успел получить свою монету, не волнуйтесь, монеты выдадим на семинаре, на встрече в Минске. Если не приедете сами лично, передадим через вашего лидера. И смотрим, что мы предлагаем в пакете юбилейный. Всем старым клиентам есть возможность начинать новые вложения в размере $1000. И старая, предыдущая инвестиция считается инвестицией номер один. И получается возможность выбрать еще инвестицию номер два и инвестицию номер три. Это можно делать помесячно, можно делать в любой момент, когда клиенту удобно. То есть есть три отдельных платежа, и каждый последующий платеж дает возможность увеличить дисконт. То есть первую программу вы приобретали с дисконтом 300 и получали 300 тысяч акций. Если вы решаетесь на второе вложение, то вы, увеличивая свой дисконт, получаете 480 тысяч акций. И выбирая еще третий шаг, можно на втором остановиться. То есть каждая программа отдельно, каждый платеж отделен, но если он следует, что был первый и следует второй, значит дисконт увеличивается. И выбирая шаг номер три, инвестируя еще раз $1000, вы получаете повышенный дисконт, и это составляет 570 тысяч акций. И смотрите, что получается в целом. Портфель, состоящий из 3000 инвестиций, дает 1 350 000 акций. Прекрасный результат. И не забываем, что как для новых клиентов сейчас тоже, выбирая первый платеж, дополнительно еще приходит медаль. То есть за первый платеж мы получаем медаль, за второй и третий мы получаем повышенный дисконт. В целом 1 350 000 акций. Поэтому работаем с юбилейным пакетом. Он остается интересным и для тех клиентов, которые его приобретали в прошлом месяце, сегодня, в этом месяце, и для тех клиентов, которые придут только завтра и познакомятся с этим пакетом завтра. Все начинают с первого шага, первая тысяча с коэффициентом 300. И дальше идет по нарастанию. Идем дальше. Для серьезных инвесторов у нас есть специальное предложение по экотехнопарку и предложение на деревья. Да? Смотрите, на $5000 специальное предложение с завышенным дисконтом, выбирая дерево, дисконт 500, клиент имеет возможность получить 2,5 миллиона акций. Начинаем работать, как говорится, с новой группой, с новой категорией клиентов. Мы про это уже долго говорили, что по всем обстоятельствам, которые позитивно складываются и развиваются в компании, у нас появляются новые возможности и идти в новые группы, в новый сектор, к другим инвесторам. То есть определенная документация, события, все ведет к тому, что серьезный инвестор присматривается за нами уже постоянно и становится заинтересованным и готовым инвестировать. Прекрасная возможность инвестировать $10000, получить юбилейный медаль, эксклюзивное дерево и уникальный дисконт 550, в целом 5,5 миллионов акций. И третий пакет 50 тысяч долларов с эксклюзивным деревом, монетой и уникальным дисконтом 600. То есть для больших инвесторов у нас особенный дисконт. И результат 30 миллионов акций. То есть, я думаю, прекрасные возможности, прекрасные программы, прекрасные портфели. Есть чем работать, подумайте. Рассматривайте здесь предложения и для частных лиц, и для юридических лиц. Поэтому двигаемся дальше.
У нас хорошие маленькие программы, но у нас теперь прекрасные программы для того и прекрасные, скажем, все обстоятельства складываются к тому, чтобы клиента промотивировать инвестировать, приехать, посадить свое дерево и увидеть, что у нас происходит в экотехнопарке, то есть знакомиться более близко с проектом, куда мы сами и инвестируем. Дополнительно программы, с которыми сейчас будем работать очень активно, у нас 23 апреля – это время нашей встречи, и до нашей встречи мы должны выкупить все деревья, чтобы наш экопарк мог быть посажен. И здесь много фруктовых деревьев, да, фруктовые разные, и яблони, и вишни, и сливы, и также что-то из зеленых деревьев еще дополнительно. Но самое главное, что в этих программах есть особенные условия. Дорогие друзья, рассмотрите и убедитесь, что действительно очень прекрасные, очень выгодные программы. Не забудьте, что первое, что вы делаете, проинвестируя в эти программы, вы все-таки приобретаете свой личный пакет для себя. Вы эта инвестиция, конечно, поддерживаете экотехнопарк и дополнительно вы еще получаете дерево. Дерево, которое можете приехать, посадить сам лично или дать возможность вашей команде, вашим коллегам посадить вместо вас. Но я рекомендую каждому самому приехать и посадить. С чего начнем? Давайте начнем с такой приятной программы. Мне кажется, вот насколько компания может быть лояльна и предусмотреть возможность клиента. Дается возможность платить 6 месяцев в рассрочку свою программу с деревом. Это говорит о том, что если вы сегодня выберете программу на $80 с прекрасным дискаунтом 250 и будете ежемесячно 6 месяцев подряд вкладывать эти вложения, то еще не закончив выкуп этой программы, вы сможете поехать и посадить свое дерево. И только потом, когда вернетесь домой, продолжая платежи, закроете эту программу. Ну, просто прекрасно, да? У нас у всех буквально появляется возможность выбрать программу с деревом и успеть приехать посадить его. За более короткий срок, на 4 месяца, дается программа с ежемесячным платежом $150, с прекрасным дискаунтом 350 и в целом прекрасный пакет акций 210 тысяч. Я думаю, очень, очень привлекательная программа, 4 месяца, достаточно короткий срок и прекрасный результат. За 4 месяца сделать себе такой пакет. Начинаем думать, что в нашей жизни меняет такой пакет акций. Ставьте себе определенные цели, задачи, расчеты. Подумайте, что это может менять в вашей жизни. И прекрасно на $500 в месяц, за 2 месяца, за очень короткое время, очень выгодный пакет с прекрасным дискаунтом и общим количеством 400 тысяч акций. За 2 месяца создадим очень серьезный свой личный пакет. Портфель акций, да, $500, 2 месяца, 400 тысяч акций. Видите, этим юбилейный пакет, 3 пакета для одноразовых серьезных инвесторов, начиная с $5000, и специальные пакеты в рассрочку, в короткую рассрочку, с возможностью приобрести свое дерево. У нас 7 новых предложений, которые очень четко надо сейчас посмотреть, рассчитать, понять. Первое – это делаем выбор для себя лично, в каком пакете я приобретаю свое дерево. А потом уже смотрим, как об этом рассказывать дальше. Ну и теперь идем дальше и говорим о том, где у нас новый конкурс, где у нас специальный бонус. Читая внимательно первые строки – единоразовый платеж за 3 месяца сразу или 3 новых инвестора с оплатами от $25 на пакет одноразовый или на пакет в рассрочку за март месяц. То есть нам даются совершенно новые условия для маркетинга,
как получить дополнительный бонус, работая с нашими стандартными прекрасными пакетами «Старт», «Сеньор», «Стабильный» и «Бизнес». Видите, над этими пакетами есть дополнительные цифры. Эти цифры говорят о том, что вы в этих пакетах можете иметь дополнительный бонус, если вы делаете единоразовый платеж за 3 месяца. То есть в марте месяце вы вместо $25 можете выбрать платеж $75. Вместо $50 вы можете оплатить $150. И вместо $100 вы можете оплатить 300 или вместо 200 оплатить $600. Это вам даст дополнительный бонус к этим программам. И если вас не привлекает это предложение на такой дополнительный платеж или ускоренную инвестицию, потому что это 3 месяца, которые у вас заложены в вашем графике от 6 до 10 месяцев, смотря какую программу вы выбрали. Да? Но вам дается вторая возможность. И я бы сделала акцент именно на эту вторую возможность. Вы можете получить дополнительный бонус, если вы привлекаете 3 новых инвесторов в марте месяце. Помните, когда мы говорили про конкурс, то мы говорили 5 платежей, 10 проплат, 20 проплат, и если они уже были, то они в этом месяце тоже будут, и они сохраняются и действуют на эти условия конкурса. Здесь мы говорим про другое. Кроме тех проплат, которые у вас уже существуют, кроме тех клиентов, вам нужно сделать 3 новые регистрации с 3 новыми проплатами. То есть мы регистрируем 3 новых инвесторов и доводим их до оплаты, первой оплаты. Инвестору мы говорим, что дополнительно он получает 100 акций, дополнительно он сегодня может выбрать программу с деревом, у него появляется столько дополнительных возможностей, а у вас это особенные условия. То есть к тем инвесторам, которые у вас уже существуют, вы будете стараться в течение марта найти 3 новых инвесторов именно на своей первой линии. Давайте посмотрим, стоит ли немножко напрягаться и выполнить эти условия. То есть каждый из нас почти имеет одну из этих или несколько из этих программ. И смотрите, если участвовать по экстра бонусу и экстра предложению марта месяца, то вы можете получить дополнительный подарок в виде акций к вашему конкретному портфелю. Если у вас портфель на $25 в 10 месяцев, добавится 11500 акций. И в целом ваш портфель вырастет на 40, до 44 тысячи акций. То есть вы заказали портфель 32500, получаете 44 тысячи. Смотрим дальше. Если у вас программа на $50, выполнив условие, вы получаете дополнительный подарок 22600 акций, что в целом ваш портфель 65 тысяч превращает в портфель 87600 акций. Уникально. Выбираем портфель $100, у нас он уже есть у многих. Выполняя условия, только 3 новые регистрации с проплатой, мы получаем подарок 77 тысяч акций, что в целом меняет наш портфель, и у нас 297 тысяч акций. И бизнес-пакет. Всем, кто выбрал бизнес-пакет, при 3 новых регистрациях с проплатами у вас подарок 189 тысяч акций, и в целом ваш пакет от 540 тысяч вырастает до 729 тысяч акций. Прекрасно. То есть поймите правильно, сделав небольшие усилия, небольшие дополнительные шаги, улучшая свою команду, вступая в наш новый экстра-бонус-план за март месяц, вы шикарно увеличиваете свои программы. Я знаю, что у многих партнеров несколько этих программ. Ответ сразу на вопрос. Если у меня 3 программы, как быть в этой ситуации? Вот на каждую программу сделайте 3 новые регистрации. Сколько вы сможете, столько подарков и себе получите. То есть март месяц у нас
Тоже такой праздник, да, праздник 8 марта у нас очень близко. Вот почему бы не обрадовать себя или своих друзей вот именно с таким подарком. Поэтому вернемся еще раз к условиям. Коллеги, обратите внимание, у вас есть два способа, как получить этот дополнительный бонус. Первый вариант. Вы это делаете своими инвестициями. Это очень важно, потому что мы в команде очень разные. И многим из нас есть возможности заранее делать дополнительные инвестиции. У многих из нас, может быть, сложнее с деньгами, но очень легко работать с командой и с новыми людьми. Поэтому выбирайте, вы можете и так, на одну программу выбрали одни условия, на другую программу выбрали другое условие. Но в результате мы все выигрыши. И смотрите, выбирайте, или вы одноразово делаете трехмесячную проплату за март, да, мы все в марте планируем делать свои проплаты в своих программах в рассрочку. Вот, пересмотрите свои финансовые возможности и делайте выбор, оплачивая одним платежом трехмесячный вложений. Таким образом, вы укоротите время, за которое вы выкупите свой пакет, и таким образом вы сильно увеличиваете общий объем вашего пакета. И вторая возможность – три новых регистрации с новыми оплатами. И не забудьте, когда вы делаете это, сперва вы делаете для того, чтобы получить экстра бонус и увеличить свой собственный портфель. А дополнительно у вас появляется количество лично сделанных проплат, который работает по основному конкурсу, то есть увеличивает ваш доход от 15 до 18%. Поймите правильно, это все вместе складывается и реально меняет вашу ситуацию и денежную, и ваш портфель акций, который в очень короткое время тоже превратится в деньгах. Поэтому, друзья, ну куда шикарнее еще. Не закрыли еще февраль, когда мы уже знаем, какой у нас хороший старт. Вот как всегда я вам говорю, мы опять занимаем низкий старт, и март у нас опять одна трасса спринта. Вот пробежимся его буквально вот все 5 недель марта, пробежимся как одну целую красивую, успешную большую неделю, которая нас привлечет, привезет к нашему установленному уже плану. То есть мы с этим начали, что мы планируем сделать 500 тысяч в месяц. Но я думаю, у нас есть самый главный план. Зимой этого года мы должны уже прокататься на этих прекрасных юнибусах. И это возможно только тогда, если мы вместе идем и делаем. А условия для того, чтобы делать, у нас самые лучшие. Поэтому, друзья, пожалуйста, еще вопросы. Но я вас сегодня обрадовала и сказала все, что хотела. Ирина, может быть, тебе передаю слово. Просмотр.